Ну вот, морская тематика. Вот у меня друг, поэт, приятель Иосиф Рабинович, которого зовут Боцман, вот он сам много плавал, даже организовал экспедицию на место гибели Челюскина, где они искали этот корабль погибший, оторвали от него кусок борта, отправили в Данию, где он был построен, там подтвердили, что это Челюскин. Ну, вот они там снимали кинофотоматериалы, все это, короче, сняли фильм об этом Челюскине. У меня там три песни к этому, песни, ну, его стихи были написаны. Ну вот, и его, он сам еще поэт прекрасный, и был в Ирландии, в Северодвинске, где наши музеи военно-морских сил, военно-морских боев, в общем, вот, очень много там он бывал, и на подводных лодках, и вот много писал про море. Вот хочу спеть вам подводный вальс, я не знаю, по-моему, не пел ни разу. Называется подводный вальс, хотя это не вальс, но называется подводный вальс. Вот что хотите, то и делайте. Кольки качаются, за спиною моторы ревут. Только б женщины вам не отчаяться, тем, что верят и любят и ждут. Только б женщины вам не отчаяться, тем, что верят и любят и ждут. А пока вы на вахте с ребятами и без права на страх и тоску, звери злобные, мины рогатые, сердце женское рвут по куску. Поход мы ушли не за славою, а погибнуть так хоть не зазря. Мы сердцами мужскими корявыми заслоняем и вас, и моря. Спим над смертью, со смертью повенчаны, но опять мы ее провели. Плачьте, женщины, радуйтесь, женщины, мы живыми к причалу пришли. Плачьте, женщины, радуйтесь, женщины, мы живыми к причалу пришли. Торпедами койки качаются, может, завтра нам снова в поход. Только женщина мне улыбается, та, что верит и любит и ждет. Только женщина пусть улыбается, та, что верит и любит и ждет. Только на этих дизельных лодках, не на наших современных, а томоходах, где там турбинные двигатели, а тогда были дизельные моторы, и поэтому моторы за спиной, моторы ревут. И во-вторых, там так тесно, что койки у матросов прямо над торпедами, под ними прямо вот торпеды, которые должны были выстреливать. Вот поэтому над торпедами койки качаются. Это ж такое.